Вот таких карфов можно наловить, вот такенных. Вот, я считаю, что это херня. Мы сейчас вообще, можно сказать, вот такие молокососы, как... Это самое было яркое впечатление. Там были девчонки, потому что это творческий беспредел. Я знаю, где что лежит. Все любят говорить о превосходстве BMW. Но сегодня мы покажем другую сторону медали. Сравним плюсы и минусы данного авто. Всем привет на нашем канале. Всем привет. Сегодня обзор BMW X5 в кузове F15 и насколько он актуален в 2024 году, хотя автомобиль 2016. Об этих плюсах и минусах расскажет хозяин данного автомобиля Иван Сулейманов, также основатель канала Сундук Тревел, на котором вы смотрите это видео. Да, а со мной рядом это мой младший брат Валентин, который также разбирается в автомобилях. У него есть большой опыт владения газелью. Как-нибудь мы к этому вернемся. Да, это еще тот аттракцион. Да, сколько он мне рассказывает. А вообще, опыт владения машинами нам передал наш отец, которого тоже зовут Валентин. Большой привет папане. У нас да, семья автолюбителей, поэтому мы решили, что здесь в Европе будем снимать блоги и об автомобилях. Мы сейчас вообще, можно сказать, вот такие молокососы, которые вообще ничего не понимают и какую-то чушь несут, и должны об этом и вы, ребят, понимать. Сегодня вы подчеркнете, за 20 тысяч евро, каждый из вас, ребят, за 20 тысяч евро может приехать в Словению, купить этот автомобиль и ездить на нем в России. Вот что самое главное, ребят. Ну и у нас сегодня с вами выпуск такой будет. Узнать, насколько нужен такой автомобиль. Потому что по стоимости его можно взять. Это BMW X5 в кузове F15. Его, в принципе, можно взять достаточно бюджетно. Ну что, как автомобиль BMW X5? Как ощущения? Как на BMW. Ну вот за год владения этим автомобилем, что ты делал на нем и какие суммы это обошлось в Европе, в Словении? Ремонтировал, что я делал на нем? Уже что только не делал. Генератор, аккумулятор. Генератор поменял, аккумулятор поменял. В принципе, полностью сделал ТО, это все там сальнички, резинки и так далее, все поменял. По суммам что это было? По суммам, получается, ТО мне вышло в 1000 евро. Плюс генератор 300 евро, плюс передние там рычаги и так далее, еще 500 евро. Итого, чтобы ездить с комфортом на данном автомобиле, я отдал порядком 2000 евро. На сегодняшний день это за год владения этим автомобилем. А после, когда я переварил 300 тысяч километров, мне пришлось вот сделать большое ТО, и я на него попал. Я попал на 2000 евро. Вот, я считаю, что это херня. Ну, ты сам какие плюсы в этом автомобиле увидел за сколько? 2 года владения? Полтора года владения. Для меня самый главный плюс — это то, что он большой, комфортный, сидеть удобно, вот эта посадка удобно сделана, руль там между, вот как руль, расположение сиденья, расположение рычажков, расположение кнопочек, да, это действительно делали инженеры. Коробка работает, 8-ступенчатый здесь автомат, он работает идеально. Но автомобиль вот по движению вообще очень плавный. Да. Плавный, конечно, не сказать, что мягкий, но это комплектация без пневмы. Да, Была бы пневма на комфортные режимы, мы бы просто здесь как на корабле проплыли, эти все лежачие. BMW самый главный, мне кажется, вот минус, вот он, то, что жесткий. Без пневмы его, наверное, нет смысла брать, а? Получается, что этот автомобиль желательно брать. Вот, допустим, сейчас я сделал вывод, да, если у вас вот прям бюджет-бюджет, как у меня, да, там вот я пытался попасть в этот бюджет, и, соответственно, я в этом случае просто не мог взять дороже машину. И взял вот эту простой комплектации, без пневмы, и
что тут еще? 2-литровый мотор, да. Можно было взять, лучше взять, давайте так, 3-литровый дизель с пневмой. Вот это будет лучший вариант для данного автомобиля, потому что когда вы такой возьмете автомобиль, в принципе, вы ни в чем нуждаться уже не будете. Да, ребят, ну мы приехали в красивую локацию, это в Словении, вон там вот, если посмотрите, там есть озеро, называется Градишко-Езеро. И здесь, кстати, есть кемпинг наверху, здесь проходят иногда фестивали, здесь есть кафе. И тут приехать, красиво прогуляться вокруг озера, а еще за 30 евро в день можно порыбачить, ребята. Вот таких карпов можно наловить, вот такенных. У кого рыбалка любимая тема, вот это я советую, ребят, здесь легко ловить карпа. Потом продать карпов и да. Купить BMW X5. Вот это интересный момент, конечно. Оно и красиво выглядит, но еще и функционал какой несет. Ну да. Какой? 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 Ты же водитель, ты же хозяин. Ну, я думаю, что просто, наверное, сделано для красоты или аэродинамики. Аэродинамика. Да. Нет? Ну, да. Да, совершенно верно. Но? Это сделано же для чего? И вот здесь момент. Видишь? И сюда пошло. И ручки чистые. Да, чтобы не морались. В принципе, вся сторона будет чистая, да? Ребята, вот. Обратите внимание, Валентин, это подойдет. Обратите внимание, какой багажник здесь. Просторный. Да, здесь, вот, кстати, вот это крайне неудобная штука, полочка. Вот посмотрите, как она открывается, да? И потом, когда ты ее закрываешь, ты должен смотреть обе стороны, чтобы попасть. А бывает, ты когда резко делаешь, она вот сюда в бок. И вот посмотрите, какие остаются черные следы от пластика. Да, это, кстати, минусы, причем с обоих сторон. Вот эти черные следы. Недочеты BMW. Недочеты. Потом недочет BMW, вот эти штуки, как амортизаторы, как они правильно сказать, которые делают плавное закрытие багажника. Да, и посмотрите, они уже клинят. Вот, видите, он не возвращается обратно. ВД-шка? Да. Помощь. Я делаю ВД-шка, и всем все равно подклинивает. Да. Удобная вот эта штука, ребят. Можно вот так вот раз разложить. Здесь сделали очень удобно, можно вот так открыть, почистить. Это, кстати, большое преимущество. И большое преимущество, большой багажник. Сними этот бардак, пожалуйста. Стульчик тебе зачем? Ну, вдруг я где-то захочу посидеть на природе. Там, смотри, тапочки, кроссовки, еще тапочки, вода, баклажка. Ну, это понятно. Хотя, наверное, русский автопром был. Ах ты, запасливый для этого. Здесь лекарства. Целые 2 пакета. Подушки. Подушки, одеяло. Здесь еще что-то. Это, фольга. Чайник. Но это мусульманские корни у Иванов. Да, поэтому понимаем для чего. Как это сказать еще это? Кочевой образ жизни я вел, ребята. Поэтому здесь так. Я знал, что будут съемки, и я все равно ничего, ребят, не убираю, потому что это творческий беспредел. Я знаю, где что лежит, и знаю, где что найти. И я поэтому ничего не убираю. Минус, да? Минус. Ага. Автомобиль 16-го года. Ага, надо поближе подснять. Да, вот эти моменты. Коррозия пошла. Да. Это и из-за реагентов, которые затекают в зимнее время, получается, здесь. Потом все высыхает, ну и начинает подрывать краску, и, соответственно, коррозия идет. На новых здесь стоит уже алюминий, по-моему, да? Сталь. Сталь? Да. Ага, да. Новые это ушли уже от этих проблем, а вот на этого года, ну, вот такая, ребят, проблема, да. И я проверяю... Сталь, которая... Да. И я проверяю здесь, чтобы нигде масла не было, ни потеков, ничего. Вот вы можете обратить внимание, сейчас двигатель абсолютно сухой, все чисто. Все. Ну, потому что ты на днях поменял прокладку. Да, на днях я все полностью заменил, это правда. Это реально. BMW под мотор — это какой-то оркестр. Ты когда садишься, вот так чуть-чуть нажимаешь, тебя сразу прижимает, и ты полетел. Да, двигатель, хотя и 2-литровый на этом экземпляре, но достаточно тяговитый, подхватывает. Хорошая у него такая, разгон хороший.
Мощь, да? Мощь есть, да. Ну сколько, 230 лошадей? Да, 200... Из 2 литров. Выжили. Да, 230 лошадиных сил. Есть еще один. Вот эта проблема X-Drive система. Полнопривод, ребят. Я хотел здесь поставить большие колеса, красивыми дисками и так далее. Купил он даже. Купил, да, поставил. И он начал меня дергать машину. Получается, вот эта раздатка не понимает, куда крутящий момент раздавать правильно, наперед и назад. И он начинает тупить этот X-Drive. Это минус, то бишь. Больше, чем R19 не поставишь. Нет, на этот автомобиль. Можно поставить. Там написано. Но надо понимать, какого должна быть диаметра резина. Допустим, сами шины, профиль шины. Да, профиль шины. А, и там, ну, максимально... То бишь, больше колесо ты сюда не поставишь. И нельзя поставить широкое. Я поставил широкие, чтобы вот так торчало. Ага. Немного, да, выходили. И это красиво смотрелось. Но это нельзя сделать. Да. Проставкой обыграть. Но он начинал пинаться. Не знаю, ребят, может кто-то напишет в комментариях, как это сделать. Но у меня не получилось. Но вот этот момент мне не нравится. Какой? Круглые фары? Да, какая-то там из прошлого какая-то. Но вот видишь, они, я так... Внедрение. Ну, а я думаю, они это, знаешь, чем охарактеризовали? То, что стоят круглые линзы в основной фаре. Я думаю, что это с этим было связано. Но здесь, смотри, у нового здесь добавили решетку. Вот она вот до сюда стала опускаться. И она стала вот побольше ноздри. Но, в принципе, они небольшие, да, у новой тоже. Мне нравится. Эти симпатично смотрятся, и у новой тоже смотрятся симпатично ноздри. Ну да. Да. Перейдем к интерьеру автомобиля. Посмотрим, как оно. Все. Садиться удобно, но единственный минус, да, то, что он высокий. Мораешь. А, ноги. А вот это грязно всегда. Угу, да. Грязную погоду ты мораешь, а по-другому в него никак не сесть. Вот этот минус, да, я заметил. Вот этот вот крашеные элементы пластика, они все обтираются. Да, но ты там дальше не обтираешь. И вот, и видишь, вот тут вот царапины остаются от ногтей, материал плохой на ручку. Да, там как жидкая резина какая-то, что ли, встает. И еще вот этот момент. Вот этот момент мне тоже. Какой пробег у автомобиля? 317 тысяч. Да, вот это вот все уже идет обтерто и затерто. Соответственно, с этой стороны тоже. Ну, с этим надо было что-то придумать. Другое. Ну, причем, вот эта часть, в принципе, она не обтирается. Почему так все не сделать? Ты даже посмотри, это какой-то это. Ну, я и говорю, другой материал. Да, другой более материал. Более лучше. Более как, качественный. Как алюминий какой-то, полированный, что ли. Да, и почему так не сделать было все, да? Угу. Ну да, не знаю почему, не знаю. Да, сзади я уже посидел. Причем такое ощущение, что вот здесь вот материал какой-то другой. Или тот же самый. Да? Тот же самый. Тот же самый? Угу. Да, тот вот самый. Качественные двери, да, красиво сделаны. Вот. Прошито все. Колонки. Видишь, просто здесь меньше сидели, и здесь качественнее, но все сохранилось более лучше. Да, да. Да. Музыка, аудиосистема. Харман, да. Кордон. Очень хороший. Может, послушаем? Музыка, да. Они это бьют тут заблочат. Нельзя. Ну нет. Это 17 тысяч километров. Ага. Самое интересное, да? Качество материала. Подсними. Сиденье что? Да, сиденье. Видите, никаких трещин даже нет, это как заломы. Но это ерунда. Да, это трещин нету, ничего. Качество кожи намного лучше, чем сейчас. Сейчас же там какое там. Блин, не вспомню даже. Какой материал. Ты не помнишь? Эко-кожа какая-то, да? Да, эко-кожа, не натуральная, а здесь она натуралочка. Да. И все. Да, и красивые, удобные сиденья с боковой поддержкой, такой массивный. Здесь выдвигается все. Да, поддержка. Да, колени. Поддержка ног, не так устаешь. Да, удобная педаль, кстати, сегодня проехался. Очень, полу, да? Очень удобно, да. Не надо ногу на весу держать. Да, не надо ногу, все комфортно, все удобно.
Ну и в целом так, по посадке, да. Все удобно. Селектор переключения передач. Джойстик. Это уже джойстик, это, ну, от селектора. Он с какого года уже пошел? Я не знаю, мне кажется, на семерках он уже был в году 10-м точно. Наверное. Нет, он даже, знаешь, с года 7-го, с года 7-го, наверное, пошел. И вот на даже на сегодняшний день он смотрится очень аккуратно, красиво и удобно. Да. Мониторчик. Качество материалов, конечно, на высшем уровне. Все кнопочки красиво звучат. Ну и вот этот звук BMW. Вот смотри, сейчас слушайте звук BMW. Блюм! А? Спасибо. Что ты скажешь об автомобиле? Еще раз. Зачем он тебе нужен, такой автомобиль? Я выбирал, кстати, из разных вариантов. Я смотрел, допустим, Q7, я смотрел Touareg, я смотрел Lexus, Mercedes ML-ки смотрел за эти деньги. Но нравилось тебе A6 на тот момент. A6, да, Audi A6. Universal. Да, универсал, я очень, мне нравилось, но я... Сколько раз в нее садился, она была очень тесная внутри машина. И вот это был большой минус. Когда ты садишься в такую машину, ты чувствуешь себя просторно. Не сидеть неудобно. Ну давай сядь вперед. Нет, ты, будет тебе удобно, конечно. Нет, так, сел. Откуда? Вот, у него все. Все, мне уже неудобно. Да. Ну вот давай так, вот здесь я упираюсь. И заходи. Допустим, сажусь. Да. Мало мест. Ну вот, эта машина большая. Но с твоим ростом, а у тебя какой рост для зрителя? 184, да, рост, а... И, да, говорит, что маловато места. А как люди на дорогах вообще относятся к данному автомобилю? Внимание, противоположного пола как? Внимание было интересно в Черногории, ребят. Это самое было яркое впечатление. Когда я ехал по Черногории, и там были девчонки, они заинтересовались машиной, начали смотреть, а мальчишки начали фотографировать. Ну, я не знаю, вроде их много, и она не такая какая-то крутая и так далее, но это был реальный случай, и это было в этом году. Пожалуйста. Да. Актуальный автомобиль, да. В 2024 году. Ну и, ребят, в этой машине, да, за эти деньги вы получаете полную безопасность. Вот есть еще камера вот такая, да, сверху, которая видит столкновение, которая вас бережет, которая держит вас в полосе. В принципе, машина на сегодняшний день высокотехнологична и безопасна. Хотя это 2016 год, ребят. Когда ты поездишь на премиальном, в принципе, тебе уже не хочется садиться на, ну, на автомобиль класса Q5, Audi Q5. Ну, ребят... Я не понтуюсь, хотя я люблю это дело, конечно, как все люди нормальные, а может и ненормальные, вы сами напишите. Но, да. Я скажу так, что я хочу ездить вот на такого класса машин, потому что мне это нравится. Мне нравится, когда ты на трассе чувствуешь себя подстрахованным, застрахованным и так далее. И самое главное, в безопасности. Это большой-большой плюс. Ну, насчет надежности, ты уверен? Надежность. Что это BMW? Ну, он же меня всегда везде довозил. Я объездил все Альпы, все Балканы, и он меня всегда привозил домой. Это уже, считай, надежно. Не все так гладко, ребят. Кое-какие моменты Иван от нас хочет скрыть. Но благодаря интернету мы нашли интересный случай в Италии. Ну что, ребят, итальянские приключения продолжаются. Видите, раскорячило меня тут посреди дороги. Перекрыл движение. Народ прибежал, говорит, что случилось, словенец? А у словенца, по ходу дела, что-то сломалось. Короче, ребята, машина ни взад, ни вперед. Пишет, проблема с генератором, езжайте на СТО. Представляете?
Вот такие приключения. Контент. Хотите контент? Иван. Ребят, живете без проблем, обращайтесь к Ивану. Иван создаст вам проблемы и себе, и другим. Вот такие вот дела. Вот где-то в Италии, хер знает где, где-то в Пизе, где-то тут Пизанская башня рядом. И я вот с такими проблемами. Ну, так вот как-то. Подытожим. Ну да. Стоит ли, вот ты теперь, да, как человек, который хотел бы иметь или не хотел бы иметь такой автомобиль, с учетом того, что мы все вот рассказали, посмотрели, ты бы купил такой автомобиль? Ну, купил бы, конечно, но с меньшим пробегом и, возможно, помоложе. Угу. Помоложе. Но подороже, ну, будет. Они 18-го, до 18-го уже выпускались. Последняя модельная. Да. На сегодняшний день можно за 30 тысяч купить такую машину, которую ты говоришь. Да. Ну, за 30 тысяч, да. А что ты за 30 тысяч купишь сейчас? Ты можешь купить, здесь, в Словении, 18-го года F15, X5, за 3 миллиона рублей, это на сегодняшний день, и ездить на нем в России, это ж круто. Ну да. Ребят. Цена в России, напишите, какая цена на данный автомобиль в России будет. И самое главное, ты можешь любые номера сделать за 120 евро. Mm-hmm. Да. Вот это прикольно. Да, ты можешь 3 семерки написать, 3 пятерки, хоть что, лишь бы не повторялись, любые номера. Ребят, если было вам интересно, напишите ваш комментарий обязательно, подпишитесь. Ну а мы с Валентином будем вам рассказывать и показывать еще больше автомобилей. Спасибо большое. Всем спасибо, друзья. Подписывайтесь на канал, мотивируйте нас, чтобы мы больше снимали видео. Для нас это очень важно, интересно. Поддержитесь хоть лайком, хоть комментарием. Спасибо большое. Пока-пока, до новых встреч, друзья.